Всем привет! Сегодня у нас 29 июля 2020 года. Поедем по Геническу, покатаемся, посмотрим. Вот, кстати, приват сюда переехал. Вот тут теперь их центральный офис Генический. Раньше кафешка была, сейчас офис. Так. Поехали мы. Да поедем, покрутимся через центр. Посмотрим, что тут у нас. Мы же куда заедем? Поедем на море. Давненько мы на море не выезжали. Это у нас улица Красноармейская, Арсоветовская. Здесь баптисты у нас штаб-квартиру поставили имени Зайцева, какой-то центр. Так. Что еще из такого показать? Генический. Ага, где-то тут есть мусульманский центр. Мусульманский центр. А, вот он. Вот сейчас мы тут встанем. Мечеть Джума Джами. Религийная громада. Ислам, ислам, дин, джимияти. Пардон, если я неправильно произношу. Со своим французским это вполне возможно. Так, поехали. Поехали дальше. О, поедем через центр. Здесь Эдик Коваленко жил когда-то, наш Генический. Это у нас Арсовет. Парковаться здесь нельзя, видите, все строго, ну, кое-кому можно. Вот такой вот Арсовет у нас. Вот там возле кабинета Эскарада Аборанта. Отель. Из бани переделанный. Здесь должен был быть банк Украина в 90-е. Ну, видите, получился хороший магазин и жилой домик. Магазин Триумф. Когда-то был спорттовары. Единственный магазин Генический, который торговал спорттоварами, говорю, запчастями для авто. Ну и спорттовары там были. Центр. Центр у нас по-прежнему непроезжаемый. Видите, как приват отсюда съехал, так здесь в центре стало намного меньше людей. Театр Украина. Так. Здесь у нас жарко сегодня, третий день хорошей погоды. Хорошая погода наступила. Было, конечно, здесь капец. Дом пионеров с недостроенным банком. Что еще? А, собственно говоря, вот это вот. И все интересное у нас. Наглухо зарешеченный Союз печать.
давно почившие в Бозе. Какой-то магазин, наверное, будет там, неважно. Укртелеком тоже потихоньку дохнет. Йод и дохнет. Зал торжественных бракосочетаний. А вот там вот, где мусорный бачок, вот там, если прямо за ним в стенке, там, по-моему, этот ЗАГС, ну, неофициально, запись актов, не свадеб, а таких рождения, не торжественно. Свадьба, как-то так. Там два кольца. Так, поехали мы сейчас. Сейчас спустимся, немножко вправо возьмем, поедем до поворота на улицу Володарского, то есть вокзальную нынешнюю. Проедем по ней и возьмем курс в сторону моря. Так, ничего я не забыл. А чебуречная, кстати, закрыта сегодня. Ладно, пока будем закругляться на сейчас.